приехали к нам артисты, и я сразу заставил их взять стволы в руки и с ними работать. Потому что есть проблема вообще-то у русского артиста, как держать ствол. А в вестерне ствол нужно уметь держать, с ним нужно уметь обращаться. Я должен в это верить прежде всего. Как человек, выросший далеко в Сибири, в доме, где стояло несколько оружий. Поэтому я вот хожу. Я вот хожу. Понятно, да? Я знаю, что такое ствол, я умею его держать. И для меня как бы нюанс, когда человек начинает как-нибудь не так ставить плечо, меня вызывает раздражение. Молодец. Я с удовольствием хожу с сыном в тир. Здесь столкнулись с какой-то непонятной ситуацией. Несмотря на то, что героиня практически профессионально все это делает, я никак не могла понять, каким глазом надо прищуриваться. Режиссер был в шоке и кричал: «Что это за женское кино? Этого не может быть! Другой глаз, другой глаз!» И оно ложится сразу. Такое приятное ощущение уверенности, когда ты держишь оружие, и оно заряжено холостым патроном. Для женщины это ощутимо, но это придает все-таки характер персонажу, наверное, когда ты держишь ружье, и когда оно действительно какой-то звуковой эффект есть, и дым оттуда идет, и патрон, все это такое, адреналинчика добавляет точно. Беги, квадрат! Не убивай, Жак! Я прошу, не убивай! Съемки, не съемки, обед, они должны уметь носить его за поясом, должны уметь его доставать из кармана, понимаете? Это же все очень важно, безумно. Нет, на пару, вот вдвоем. Пару. И говоритель. И да, опа! И два ствола. Еще раз. А еще два ствола? Нет, два ствола. Вот кадр будет отсюда. И два ствола переворачиваются в кадре и начинают шмалять. Это же вестерн. А из кармана вытаскивать — это русское кино. Здесь у меня Беретта, итальянский пистолет, девятый калибр. Ну, пытаемся как-то сродниться. Это я сейчас вам скажу. Это made in Italy, это Беретта. Это как-то само... Это в крови, видимо. В прошлой жизни, вероятно, да. Я как бы родился на Диком Западе, может быть, это осталось. Но все равно это как бы крутилка-вертелка, она немножко не то. Был бы револьвер, тогда получилось бы то, что вот как бы... Или кольт. Там рукоятка немножко другая. А здесь все равно не получится крутить так, как они в вестернах крутят.